Приветствую вас, дамы и господа, с вами Рирс, мы продолжаем играть в Атлас. Итак, на чем мы остановились в прошлой серии? Мы достроили корабль, вот такой вот замечательный корабль, Хелен 2. Стоит она вот здесь, я ее немножко переделал, пойдем сразу покажу, что да как там у нас получилось. Притомился у нас еще один медведь за кадром. Сейчас мы отправимся на этих медведях собирать клады. Зацените арбалет, добавили новый арбалет, офигенная тема. Открывается он, давайте посмотрим где. Скорее всего в арчере. Да, вот он, арбалет. Открывается в арчере. И он шестизарядный. Это офигенная тема, он шестизарядный нахрен. Можно вот так вот постреляться. Урон будем тестировать попозже немножко. И вот так заряжает, смотри как офигенно. Шикардосина. Итак, давайте покажу вам кораблик по-быстрому. Вот так он выглядит. Лобысь. Вот такой замечательный, чудесный кораблик. Пока что он без команды, потому что мы на нем еще толком никуда не плавали. Сделал кухню. Это пока заготовка под кухню. Здесь пока что стоят костры. Верхняя платформа, туда ставятся животные. Спускаемся вниз, здесь ящик с едой. Здесь поставили теннери, ящик с броней, накрафтили брони железной. Тоже это все за кадром было. Но я потом вам это все покажу, как там где что крафтится, в какой ветке. Смайти поставили сюда, поставили ресурсный ящик, он уже забит ресурсами. И веса в корабле уже нахрен половина, почему-то 4500. Это уже тяжко для корабля будет. Давай поставим еще кровати, если их можно воткнуть сюда на корабль. Надеюсь, это... не значит, что все, я уже сюда ничего не могу поставить. Да, только не могу поставить кровать. Также сделал запасные планки, на всякий случай они нам пригодятся. Нам нужно еще сделать молоточки, чтобы чинить этот кораблик. Планки положим сюда. Сюда же постройки все. Карты нужно выгрузить, потому что сейчас отправимся за кладами. Карты все идут сюда, можно было сделать вот так, трансфер all, и все карты бы переместились. Так было бы проще намного, ну да ладно, уже сделали так, как сделали. Хорошо, все, закидываем сюда. Сейчас осталось нам взять еды. Ну, еда, вот медведи вроде как говорят есть. Немножко баласы есть медведи. Также есть мед. Антоха тут плавал, нашел мед. Но мы еще поплаваем сегодня, тоже попробуем найти тоже мед. Молока еще нужно будет взять. Но что-то слишком дофига веса как-то. Нужно будет сейчас разгружать корабль от лишнего. Так, давайте смотреть, что здесь у нас. 3000 файбера. Солома. Тыщенка. Можно эту солому убрать. Хотя она... ну хотя нет, она весит. Дерево. Камня нет, да. Металл есть. Металла, ну пускай будет так, окей, уговорили. Такое количество металла. Хорошо, значит медведи у нас по-любому дофига ресурсов, которые весят много. Хотя нет, медведи всего 500 вес. Ну да ладно, пускай медведи тоже будет то, что уже есть. Сейчас я эти ресурсы отвезу на базу. Заберем молоко. По 80 молока доится с коровы и поплывем. Сейчас нам нужно будет забрать еще одного человека. Нам присоединился в трайб кактус. Вот он стоит здесь, кукует. Так, делаем там. Я еду забыл вытащить. Ну ладно. Где тут у нас молоко? Забираем. Можно жареного мяса забрать, в принципе. Там пожарить. А, у нас жареное мясо, в принципе, и закончилось все. Ну, не суть. Загружаем сюда еду всю. Сейчас я сделаю быстренько киянки. Все, киянки кладем вот сюда. Ну, кораблю будем прокачивать тупо вес. Хорошо, заходим в Discord и помчали. В принципе, все, мы все взяли уже. Все, что нам нужно. И нужно нам отправляться уже в путь. Все, заплываем во Фрипорт. Сейчас будем собирать карты вокруг этого острова. И пойдем уже собирать сокровища. Гравить пиратов. Мишаня, у меня не по фэншую второй стоит. Это уже твои проблемы.
А третий вообще неуместный. Тут сейчас новая фишка появилась, обломки плавают по миру, по воде. Я поставил штуку для ныряния. Экваланг. Если встретим, будем нырять за ними. Так, с какой там стороны? Справа или с левой стороны? Нижний борт. Остров справа. Корабли пока тупо вес качаем. Слушай, он вроде как... Либо я давно не плавал, либо он какой-то шустрый стал. Фармим бабосики. И потом нужно будет опять сюда, в этот регион вернуться, купить команду себе. Хотя бы двух бомжей. Лучше трех, чтоб один подметал. А я буду вон там на самом верху сидеть и этот... Парусом крути. И, нет, и орать полундра, полундра. Часть команды, ой, часть корабля. Ну и что, видно порт? Или вы из-за паруса там ничего не видите? Я не вижу пока порта. Я тоже пока не вижу. Да, вон он, порт слева. О, бухточки это. Ну все. Снижайте скорость потихоньку. Вот, Ферцес, ты костер жжешь? Да. Дерево вон валится. Оба. Только подожди, пока не залазь на корабль, пока ты не в трайбе, то ты застакаешься на нем. Все, застакаюсь. Застряну, да? Ой, это какой-то. Да, застакаешься. Надо мне мишку поставить по фэншую. Я вообще тут помираю потихонечку. Ничего страшного. Это нормальное явление. Нового персонажа себе создашь, просто да и все. Все, да, валим. Сейчас плывем по берегу и смотрим карты. О, Антоха, ты садись на медведя, наверное, и беги по правой стороне, мы поплывем по левой стороне и встретимся. И ты посмотришь как раз. Ну, тебе быстрее будет на медведя найти эти записки. Серенно. А что, карта у нас сокровищ. Мало их? Но о, вдруг там уже побольше будет в нашем регионе. Нам много надо. Так а у нас все в Г8 как раз. Ну, еще пособираем. Лишние что? Не будут. На мель бы не сесть. Стой, бутылка. Стой. Все, идите, собирайте. Кто у нас самый быстрый? На месте. Я уже почти круг сделал, одну только бутылку собрал. Вот только тронулись уже наш. Где-то тут я ее видел. Да вон она. Левее возьми. Ну как так получилось, что я внизу оказался, когда за пару сел? Прикольно. Магия такая. Это куда складывается? Ты сел на бутылку, походу. В ресурсный сундук. H7. Напомните, что это? Под лестницей стоит. А, вот это вот хрень с цепями. Вон, вижу бутылку. Полундра! Так ты хотел кричать? Там даже две бутылки. Можете не спрыгивать, я вас соберу. Давай. Так, я пока выберу какую-нибудь карту. Нам нужно... Тут довольно-таки интересная система с картами. Нужно взять карту в руки, например. Вот, начнем. F8. Мы же в F8 живем? Или в G8? Живем в G8. G8. Тут на F7, на H7. Вот, на G... Сейчас я заберу все карты на G8 тогда. 13 карт у нас. И начинаем смотреть. Берем ее в руки на Е и смотрим. Здесь показывается примерное очертание острова. И сейчас нам нужно будет открыть... Можно через атлас это делать. G8. Ну, какой-то я уже вижу, что это вот этот остров по-любому. Средний. Выбираем здесь через атлас. И здесь наводится на обычной карте тоже. Теперь это место. Карта развернута. Нужно будет сопоставить... Вместе с поворотом, но я вижу, куда уже нужно будет плыть. Так, это одна на средний остров карта. Вот это на нашем острове, по-моему, либо... Ну да, похоже на наш остров, на котором мы живем. Ой, это прям рядом с нами, слышишь? А, они два одинаковых практически. Так что, может быть, это нижний остров. Не видно нифига. Но это либо вот это место,
либо вот, нет, это то место. Ну что, погнали тогда на наш остров, с него начнем. Ладно, берем тогда эту карту, ставим на быстрый слот. И теперь, когда будем подплывать к этому острову, который нам нужен, если прокачан скилл пиратский, по-моему, да, картограф. Это где черепок, где в пиратстве прокачивается Eagle Eyes, орлиный глаз. И он увеличивает радиус обнаружения клада. В общем, когда мы будем близко подходить к кладу, появится розовый луч. Розовый, фиолетовый. Все, садитесь за паруса, погнали. Поэтому плывем сейчас на средний остров, с него начнем. И там уже будем дальше смотреть. Пока плывем, я еще в картах пошарюсь. Может, найду что-нибудь поближе. Хотя я вижу, что вот на этот остров три карты. Даже четыре карты есть. Поэтому начнем с него и не будем париться. Туруту, 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 туру. Туруту, туруту, туру. Туруту, туруту. Я вот сегодня, когда на плоту плавал, сидел, напевал на маленьком плоту. Надеюсь, в версии этого Александра Пистолетова. Нет. Ты смотрел? Нет. Я просто знаю, кто это, поэтому нет. Ну, песня шикарная. Так, да, что, пойдете он собирать? Фиолетов... Ну, да, тормозите. Возможно. Тормозите, я возьму. Паруса, крюк. Паруса на ноль. Крюк никто подходит. Не может делать? Нет, еще не прокачивались. Крюк какой? Который бросаешься, канатик тянешь, он тебе достает. Он в пиратстве первая самая, или вторая, там, нет, второй скин. Первая, первая. Ну, паруса, паруса, паруса. Я... На Z ну... нажимаешь, они сворачиваются. Я привык на WS. На W очень долго это делаю. Че там? Рассказывай. Рассказывай. А, погоди. За жопу кусает. Мишань, ты, наверное, садись за руль, я сейчас отвалюсь. Ай. Буквально минут 10. Давай, а он еще один слева, ребят. Что ты там увидел слева? Мне, походу, трендец будет сейчас. Блин. Они не дают за пол. Сейчас. Там много? Да. Ну давай, резайся. Ждем. Как раз арбалет сейчас проверю, постреляем давай. Где это падло? В воде, наверное, вряд ли можно стрелять. Вон она, вон она. Да, в воде нельзя стрелять, он сразу убирает арбалет из рук. С борта там лунки для этого есть. Все, оно сваливает. А сколько он лупит-то хоть арбалет? Давай я подманю 50. Ее. Давай. По 50? Ну это нормально, слушай. Да. А лук по 30-ке, по-моему. Да-да-да, 38. Не, не хотят они, короче. Ты все, лутанул себя? Я только... Я родился. А, понятно, все. Родился. Скорлупу подними там только. Плаценту за собой убери. А вот там слева, куда акула уплыла как раз, там, Глеб, есть еще один фиолет. А, так это сверху... потому, что на эту хрень залез. Там обзор увеличивается. Да. Ну-ка, дай-ка да, тоже там... залезу, посмотрю. Там прикольно. Ну, только слазить оттуда страшно. Раньше, когда я... был этот туман войны на карте, я не знаю, это может фишка ПВЕ такая, но на ПВП был туман войны, и когда залазишь наверх с прокачанным этим орлиным глазом, ну, не с орлиным конкретно глазом, а в этом скилл-то есть, короче, который отвечает за прокачку карты. И под сикстантом там такая жесть получается. Просто все видно. Блин. Да, весь остров сразу. Лобысь весь регион. Открываешь. Так, короче, подобрал я 20 золота. О, нормально, о, нормально. Рецепт на каменную стену. Короче, и хрень всякую. Все, поехали тогда дальше. Турутун, турутун, турутутутутурун. Остров впереди. Остров невезения в океане слева. Есть. Очень близко. Оп. На якорь. На якорь. Я думал, уже воткнулись. Я тоже думал. Снимайте парус. Поднять паруса. Так поднять или снять? Поднять паруса. Поднять паруса.
О, я не на тот остров приплыл. Лол. Все, погнали дальше. Подожди, а видите, что-то плавает спереди? Это обломки корабля или что это? Это скалы. А, прикольно. Вот примерно на таких же скалах мы и разбили черный корабль наш, офигенный. Черная жемчужина наша. Да. Точно скалы это? Может, какой-нибудь кораблик затонувший? Похоже на скалы. Который можно полутать там, например. Не-не, это скалы. Ну как скалы, земля скорее. Как тут поворачивай парус? Не хочу. А у меня он вообще не открыт. Я такой думаю, а, я повернул парус, я хорошо сделал. Так, нам куда? В какую сторону-то? Вот этот остров нам нужен. Че, где бутыль? А, вон. Все, я на якорь стал, давайте, собирайте. Хотя дай-ка я тоже сплаваю, посмотрю. Нет, ты пашет вниз почему-то. Самую первую палубу. Сейчас надо какую-нибудь... А, попугая сейчас подстрелю. Короче, я ближайшее это, открываю пайрес и крафчу эти крюки. Интересно, бутылки можно молотать? Можно. А нет, ну, по-моему, нельзя. Ящики можно. Да. Ой, блядь, что за... Без мата. Прошу прощения. Взял. О! G9. Отлично. Так, я апнулся. Я себе открываю приручение. И рединг тир. Вот мне нужно еще будет себе. А хотя подожди, по-моему, хватает. Команд, тайминг, бридинг. Нихера себе, что нужно. Тайминг, бридинг. И команды еще прокачать, чтобы открыть следующий. Нифига, заморочились. Раньше можно было просто вроде как рединг прокачать, а не париться. То есть ты мог их не уметь приручать, но ездить на них умел бы. Нет. Все равно качать приходилось. Да? Угу. Наркомания. Да, опасно здесь, пипец. Не, левее. Левее, левее, левее. О, там все застроено. Да ну ты что? Может, туда не строится, идем? Не, я понимаю, нам там бы проплыть, но там везде, видишь, чё? Да какая разница? Ну, вот допустим... Так, нам бы здесь сначала проплыть. Допустим, правый, как он там, шипьярд стоит там, где мы могли проплыть в теории. Вот сейчас вот так проплывем. Ну, там не только шипьярд, там и дом. Прикольный домик. Сарай такой гигантский. Так, паруса убрать. Мне сейчас нужно развернуть корабль. Че они здесь строятся? Здесь нельзя землю клеймить. Можно землю клеймить. Только она здесь дорогая, она 450 монет стоит. Это бессмысленно здесь строится. Тут, по-моему, какие-то ограничения есть. Так, дайте-ка немножко ходу. Перцесс, открой Перцесс, свой парус. Прям на мели носом. Не, нормально. Так, ну все, я тут. Угу. На месте практически сейчас я развернусь тут, в принципе, можете выгружаться уже, наверное. Одного только одного оставьте только мне парусника. Да, право, 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 хорошо, смели слазить.
Так, 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 так. Все, ферцес туши. Здесь пойдем, короче. Все, надеваем железную броню. Я по комплектику берем себе. Не взял этих, лопату не взял. О, шхунер. У меня лопата есть, я буду копать. Сейчас нам нужно, пока под бафом, нужно быстрее это делать. Раз, два, три, четыре, пять. Все, железку взял. У меня пятого нет чего-то. Хрен его знает чего. Посмотри в ящики. Железку взял, лопату взял, арбалет взял. Штанов нет. Это получается... Ну, вроде я правильно иду. Куда-то завел нас с усами. А, вот, все, вижу метку. Все, бегу на метку. Все здесь? Почти. Ты нас видишь? Ты нас видишь? Никита, Стас. Леха Метелкин, ты нас видишь? Налево, налево. Куда побежал? Налево. Вижу вас, вижу. Блин, это прям в доме, в чьем-то. А, нет, нормально. Погоди, ты ломанул галу. Это не ты. Че, вы потеряли меня? Это Марти. Я нет, я застакнулся. В плане. 30 секунд осталось. Ну, короче, баф я просахатил. Давай, 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 давай. Чего давать-то? Делаешь. А вот он, на. Залетай прям сразу вот сюда. Сейчас они вылезут. Все. Грызи. Ебать. Еще мне говорит без матов. Я по нему... Арбалет по нему не дамажит. Че за хрень? За хрень? Вообще не дамажит. Ближний бой, походу. Только, видимо, ближний бой. Так, все, копаю. Да блин, баф слетел уже, ладно. Пофигу. Без бафа так без бафа. Вот где-то здесь-то. Подходите ближе. Слазь, медведя. Отлично. 22 золота дали. Вам тоже по 22 должны были дать, да? И зеленые рецепты брони. Дали один левел. Да. Рецепты мне не дали. Все, я могу ездить на медведя теперь. Мне дали. Ты бедолага смотрит, понять ничего не может, что произошло, блядь. И карету выучил. Все. Так, ну давайте сразу. Ну, че, в одного медведя справимся, в принципе? Да, конечно. Так, у меня следующая карта. Кирка. Да, у меня кирка на 102 дамага. Рецепт на 8. Так, это не тот остров. Это тоже не тот остров. Опять не тот остров. Не тот остров. Ну, у нас три карты на верхний остров. Погнали тогда на верхний остров. Все, на корабль идем. Вот так будем прокачиваться сейчас. Да, идем, ползом. Да, вот оно здесь делается. Короче, нужно седло второго тира. Файбер, хайт, металл, вуд. Я сейчас это сделаю. Притащи седло с медведя одного, пожалуйста. Да я сейчас сделаю лучше. А у нас есть органическая паста. Я вроде с собой заберу. Все, крафчу. Та-да-да-дам-та-дам. Теперь проще будет. Так, у нас тут появились крюки. Это значит, что все хорошо. Крюки переделали, кстати, теперь вот. На них можно раскачиваться. Уху! Уху! А я могу за тобой залезть. Уху! Кто замка нашел? Уху!
Забавная тема. И он, главное, не коцается в этот момент, он только в момент прицепления коцается. Все, поплыли на следующий остров. Лен, заходи там потихоньку, как будешь грузиться на корабль на наш. Тебе нужно будет умереть и появиться на нашем корабле. Короче, вот здесь, хорош. Карета у меня, по-моему, она. Да, сейчас я поставлю на медведа. Так, я сейчас спешусь. Та-да-да-дам-та-дам. Вот так это выглядит. Ты на какого медведа поставил? На второго. Я сейчас сальто сделаю. На этой штуке. Он с ней плавает. Смотрите, сзади. Сзади корабля. А ты что, можешь теперь управлять? Да. Ну я же прокачал себе управление медведом. Все, садитесь в карету. Поехали. Зачем меня в карету посадил? Загружайтесь, господа. Подожди, это не тот остров, что ли, получается? Или чё? Или я что-то не понимаю? Это нижний остров. Ой, твою мать, не туда приплыли. Сейчас я посмотрю, есть на этот остров что-нибудь. Сусанин, Сусанин. По-моему, на этот остров тоже что-то есть. Да. Вот, на вторую это нажимай на Е. Мне кажется, я все место занял. Ну-ка, отойди, кактус. Ладно, я встану. Короче, запрыгивай в нее и садись. Все просто, все по-старинке, да? Миш, вот справа, вот здесь ситон. Все, все, помчали. Подожди, дверь-то, а что не... Все, дверь закрыл, поехали. Так тупо это выглядит, конечно. Нормально, кортеж. Так, подожди, мне эту карту нужно активировать. Сейчас, походу, нашу повозку расхерачат по пути. Не-не-не, я же сзади еду. Мона, нам через весь остров придется проходить. Ну, вас может скинуть, но я постараюсь, чтобы не скинуло, конечно. Но ничего не обещаю. Да, скажи, я ездюк еще тот, да? Все нормально у меня. Что-то кто-то выкинул. Ты зачем мартышку расставил? Захотелось. Вот это я понимаю, прокачка, так прокачка с ветерком, так сказать, с комфортом. All inclusive. Яндекс.Комфорт. О, металл, кстати, вроде, или соль. Иоди. Меня лошадь напугала. У нас тут лошади, да, Лен, есть. Иго-го говорит. О, вижу все. Одевайтесь. Все вижу. Одевайтесь в железку. Угу. Ой, у меня стамина. Так. Выходите. Это я понимаю, прокачка так прокачечка. Во, появились. У меня скиллов, правда, нет никаких. Сейчас Ферцеса убьют, по-моему. Я убил чувака. Не надо тут мне. Чё, какая?
Все, слазите с медведев там со своих. Че, коров? Та-да-да-дам, та-дам! И 19 золотых. Хорош. И этот зеленый блюпринт. Два уровня дали. А у меня кирка. У меня два чертежа на деревянные шмотки. Деревянные, блин, тканевые. Кожа. Все, загружайтесь. Кожан. Нам нужно валить до корабля, потому что на этот остров больше карт нет. Мне вот интересно, вас тэпнет? Вместе с медведем. Сейчас проверим. Сейчас карту подберу. Да, смотри, он за тобой идет. Лол. Че, вместе с медведем? Да. Да, я не могу выбраться из кареты. Почему? Я с нее слез. Дверь-то открой. А, он застакался там. А. Сейчас. Райт, я могу. Ну вот садись через руль. О. Прикольно. О, ты можешь и управлять, не имея скилла, или ты прокачал себе скилл? Я ничего не качал, я прокачал пиратство и все. Ну-ка сядь на нее. И попробуй поуправлять. Да, может. Что за баг? А на карету посмотри. Вот сюда, посмотри на карету. Я на карету садился, не на медведь. Карету-то я могу сесть. Нет, там есть райд, там слово будет райд. Где кучер садится. Лол. А, ну да. Только так. Ну это все, короче, можно не качать тогда, получается, управление медведем. Просто делаешь кареты и все. И на каретах гоняешь. Так долго прокушается. Бутылка там, смотри. И еще бутылка. Я слажу. Да, вижу одну бутылку. И вторую вижу. Пойду и сяду, да? Ты уже четвертый раз эту шутку шутишь, и никто не смеется. Да. Как-то завязывай. Да он просто... Я буду продолжать. Пока никто не засмеется, да? Сейчас вот каждый раз, когда ты шутишь про бутылку, прибегает селик. У него там внутри что-то переворачивается. Как там? I keep rolling. Надо будет ставить эту песню. И из токийского дрифта тоже. Вот смотри, 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 идем. Вау. На H8 кракен, кстати. Ну, нам до кракена еще долго. Чтобы призвать кракена, нужно собрать все ключи. Все артефакты, точнее. Залетаем в тайну. Мы с кактусом застряли. Все, слазите. Иду копать. С медведей слазите. Та-да-дам, та-дам! Я ж проголодался. 40 монеток. Отлично. Все, помчали. Ох, имба. Я застрял. Ну, волнительный момент. Что же? 34 монеты. Че, пешком бежим? Да, вот, все, прибежали. Че так быстро? Это дичь, просто дичь. А я наношу урон, если вот так вот. Если рядом стою. Нет, имеется в виду по своим.
Та-да-да-дам-та-дам, 30 монеток еще. Ваншот, ванкил. Миша, зачем мы с тобой нужны здесь? Опыт получать. Нет, в смысле, мы с Мишей встали с кареты, имеем в виду, зачем встали. Чем больше людей, тем больше золота склада. И больше ресурсов, ну, рецептов. А, ну, красиво. Так, стаминки себе качнуть, что ли, немножко. Так, 31 левел уже. Шикардос. О, вижу уже, рядом. Палисадник себе раскинул. Я пока здесь посижу. Ну, кто тут на меня нарывался? Так, отойдите на медведя. Та-да-да-дам! Ничего не докопался. Шесть, ни хрена себе, слушай. Опа, что-то легенда. А, синяя шапка, прикинь, выпала. Рецепт. У меня варежки и шапка синие, тряпочная. А я все в медведя складываю. И блюпринт на шипьярд большой. Синий. Подожди, это не сахар случайно? Жут. Загружайтесь, загружайтесь. Что за крики? Ну это уже без бафа. А баф откуда отлично идет? Когда ты высаживаешься на новый остров. А-а-а. Ну все, в этом регионе больше ничего нет. А это, кстати, даже не апнулся с последней карты. Так, на этом острове ничего нет, а вот на других островах есть, нужно будет смотреть. Погнали на базу. Ну я их забрал оттуда, короче, пошел смотреть. Так, золото наше, банк, косарь, 1152, это отлично. Затем смотрим дальше. Левел 32. Ну, можно по ферцесу смотреть, какой левел. Сколько мы апнули. 31, 30. А мы, в принципе, все одинаковые сейчас, да? Да, все до 30 левела докачались, все отлично. А, затем смотрим, что по рецептам у нас есть. Следующие карты уже будем потом отбирать. По рецептам из хорошего... Ну, тканевый сет, я думаю, вряд ли будем вообще крафтить. Синие меховые ботинки. Синие кожаные ботинки. Синий шипьярд. Большой шипьярд. Я вот не знаю, что это даст, если его сделать. Вроде как какой-то там бонус должен идти. Но надо гуглить. Синие железные ботинки. Синяя киянка. Вот ее по-любому нужно будет сделать. Хорошая тема. Фиолетовый шипьярд. Маленький. Фиолетовая каменная стена. Ну и, в принципе, все из таких хороших рецептов. Ладно, господа, на сегодня все. Закругляем нашу серию. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рирус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. И ходите играть в Атлас. Хорошая тема. У нас там набор в трайп идет. Все дела. Все, господа. Всем пока.